Еще одно место для отдыха горожан вскоре откроется в Мурманске. На улице Олега Кашевого вместо пустыря специалисты разбили сквер со скамейками, детской площадкой и даже с общественным туалетом, что немаловажно во время длительных прогулок. Буквально несколько месяцев назад в районе 5-го дома на улице Олега Кашевого было темно и сыро. Жителям оживленного района приходилось пробираться через дикорастущие кусты и грязь к поликлинике и детскому саду. Теперь же на месте запущенного пустыря расположился благоустроенный сквер в скандинавском стиле. Та скорость, с которой был осуществлен этот проект. То есть его ведь начали фактически уже осенью. Все работы сделали в срок, справились. И фактически вот у меня сегодня недостатков я не увидел. Они есть, небольшие штрихи такие. Да? Ну, например, вот мы сегодня обсуждали высоту скамеек. И пришли к выводу, что, наверное, все-таки их нужно сделать немножечко пониже. Почему? Потому что мне при 1,90 м удобно, а вот... людям, которые среднего роста, или девушке ниже среднего, им, конечно, будет не очень. Чуть в стороне можно заметить кабинки с заветными буквами WC. В них расположился общественный туалет. Такие удобства как нельзя кстати. Жителям микрорайона не придется по понятным причинам сокращать длительные прогулки. В этом случае, честно говоря, мне остается только поздравить жителей близлежащих домов и тех, кто бывает здесь, в поликлинике на Морской, с таким замечательным подарком, замечательное общественное пространство новое. Что очень важно, оно создано вот с нуля. Да, это не ремонт, не реконструкция, это просто здесь, в этой зеленой зоне, в этом пролеске создано новое пространство. Выбор места благоустройства определялся по результатам народного голосования. За то, чтобы зона отдыха была здесь, проголосовали более 3000 человек. При реализации проекта специалисты старались учесть все пожелания горожан. Даже рельеф местности здесь остался первозданным. Козьи тропки были натоптаны. И мы вот по этим натоптанным тропкам сделали маршруты, соответственно, пешеходных дорожек. То есть мы не стали переделывать народные тропы. Мы их просто облагородили, мы их сделали цивилизованными. В ближайшее время металлический забор, установленный вокруг нового общественного пространства, демонтируют. И все желающие смогут оценить, насколько уютно находиться в этом необычном сквере.